мы заблудились в средневековом информационном тумане. Мы знали, что запросто сами могли распространять недостоверную информацию, но ничего не могли с собой поделать. Спорить все равно, что смотреть в зеркало. Выхода нет. Каждое новое обвинение – зеркальное отражение предыдущего. В перевернутой реальности спор невозможен, ведь ответом всегда будет «посмотрите на себя». Взгляните на собственный беспорядок. Кто вы такие, чтобы мне указывать, в конце концов? About destroying belief in anything. When you have no belief in truth, then you can't believe in anything. Истины как навязанного мне предмета, как реальности, падающей на меня сверху, во имя которой требуют от меня отречения от свободы, не существует. Истина есть также путь и жизнь. Истина есть духовное завоевание. Истина познается в свободе и через свободу.